Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня, собственно, я не знаю, как начать видео, но, собственно, вот началась сходка, на которой уже собраны мои подписчики. Я не могу сказать, что их здесь прям очень много, но все же их довольно много, и я не успеваю принимать реапсов, друзья. Их очень много, и сейчас мы все находимся на PvP, поэтому периодически видео вы можете увидеть, как я принимаю их. Возможно, кому-то не понравится, но все же вот так вам придется смотреть видео, я не знаю, но вы сможете посмотреть, что происходило на сегодня на сходке, друзья. Собственно, вот так мы деремся. Ну, да, многие не пришли, наверное, хотя просмотров было 300, а подписчиков где-то около 20, может быть, даже и меньше. Ну, друзья, сходка будет еще, конечно, или, можно сказать, даже сходки будут. Пока идет лето, можно делать сходки. И, возможно, я буду делать каждую неделю. Но я кое-что сделаю, и все будет зависеть от вас. Сколько наберем, столько и будет сходок. То есть, если наберем кое-что, то будет сходка в этот день. Но это я еще подумаю и обдумаю в следующем видео, друзья. Ну а пока наблюдайте, вот что происходило на этой сходке. Сотка очень бешеная. И один друг Эдик мне попросил сказать, чтобы я сказал примерную дату сходки. Ну, я не могу прям так уж резко назвать. Может быть, следующая неделя. Нет, друзья, наверное, неделя через две. Ну, может быть, и неделя через неделю, или через неделю две будет следующая сходка, я вас уверяю. Ну, а потом мы уже посмотрим, что будем делать. Также на следующей сходке я уже пытаюсь, точнее, попытаюсь сделать список. Ну-ка, уйди, уйди. Уйди, вот этот чувак мне очень сильно бесит, если он сейчас смотрит видео, он 100% на это смотрит это видео. Ну, не беси, ну, блин, вас много. Максим, ты где? Ну, друзья, да, вот здесь очень много игроков, и иногда видео мне попадается, точнее, бывает черный экран, наверное, все его видели. Ну, надеюсь, сейчас его не будет, я очень надеюсь. Ну, игроков здесь и правда очень много. Никита, что тебе надо? Извини, извини, я тебе не хотел стукнуть. Я случайно. Летает опыт. Но сервер еще нужно дорабатывать. Как видите, все еще пишут мне ТПА. Хотя я всем говорил, что айдайте на ПВП. Ну, многие, возможно, не читают или не успевают читать. Но я просто замучился уже принимать ТПА. Их очень много. И из-за этого я даже иногда бываю проигрываю. Так, ну конечно, ну вот вы видели, что происходит, когда я принимаю ТПА во время ПВП. Ну, собственно, вот здесь мы сейчас опять же находимся на спавне сервера. И я, друзья, вас рекомендую вам зайти опять же на сервер. Я бываю здесь не только во время сходок, я играю вообще в свое свободное время. То есть я могу быть утром, вечером, но чаще всего, друзья, я захожу вечером. Но так как я сейчас не дома, я могу быть там в любое время. Ну, как видите, все просятся ко мне. Ко мне. Ну, некоторых нужно телепортировать самому, потому что... Ну, они мне просто здесь нужны. Привет, Никитос, опять. Вот это вообще вот классный подписчик, он вот прям вот все хорошо делает, правильно делает, никого не бьет. И вот я хочу сказать, что те, кто были на сходке, если вы сейчас смотрите видео, я вас прошу никого не бить. Зачем вы бьете? Ну, зачем? Скажите, вот, ну, убьете вы, получите вещи, потом же вас все равно убьют, или придет админ, который вас убьет. Думаете, он не сможет приписать килл? Он, конечно, сможет приписать килл, и вы, конечно, умрете. Ну, зачем? Ну, вот, вы просто портите сходку. Ну, или зачем пиариться в комментариях? Вы думаете, кто уйдет со сходки и пойдет на ваш канал. Ну, не будет такого, друзья. Такого не будет. Я вас уверяю, что если вы будете пиариться в комментарии, ничему хорошему это не приведет. Если здесь будет создатель этого сервера, то он просто заблокирует вас в чате или просто навсегда забанит. А вам это надо, мне кажется, тем, кто любит играть на серверах и любит ходить на сходки, этого им не надо. Ну, как видите, я уже очень много принял ТПА. Очень-очень много. Ну, я не знаю, что-то нужно будет придумать и вправду. Но план, я обещаю, будет план. Сейчас я снимаю без всякого плана, я просто хожу по своим местам, а также гоняю вас по своим местам. То есть те места, которые я знаю, мы их сейчас обходим. Ну, я вот в следующем видео обещаю, будет какой-нибудь классный план, будет классная сходка. Ну, а также вот сейчас сходка, наверное, будет минут 40. То есть видео будет меньше, но сходка будет минут 40. Потому что больше я не хочу, я и не знаю, что можно придумать больше. Но 100% после видео мы сходим в ад. Ну, те, кто уже были со мной, уже сходили в ад. Ну, а вот в следующей сходке мы тоже сходим в ад, попрыгаем на батуте и сделаем много-много другое. Ну, давайте пока что потихонечку всех принимать. Их очень много, я очень уже замучился принимать. Возможно, я всех буду в следующем видео принимать. И после того, как я принял всех, я уже начну снимать видео. Так, наверное, будет более удобно. И те, кто не успели, я уже буду не виноватым. Ладно, давайте, наверное... Пойдем, давайте все пойдем в пещерку, нет? Давайте. Ладно, драться не надо, не надо драться.
Ну, как видите, говорю, все дерутся, все кого-то бьют и все друг друга убивают, собственно. Вот зачем ты бьешь? Вот зачем? Скажи, зачем? Ну и что ты получил? В итоге ты умер. Ну вот зачем? После чего он 100% напишет мне типа. Ну зачем вот вы убиваете и пишете типа, а потом пишете не убивайте меня. Ну вы не делайте глупых вещей и вас убивать не будут. Я не знаю. Ну стукнули, ладно. Ну все. Ну убивать-то зачем? Ну реально вы получите вещи, но вас потом же убьют и в итоге вы опять же начнете драться. Ну не надо так, друзья. Вот все, кто смотрит видео, все, кто были на сходке, поймут, о чем я сейчас говорю. И, возможно, есть те, кто и вправду убивали. И эти имена я запомнил. Вот Никитос, вот просто очень классный пацан. Вот просто нет слов. Вот ходит, все делает верно. Вот просто вот ну настоящий классный подписчик, друзья. Были бы все такими. И очень классный Эдик. Вот прям. Вот вообще прям вот, ну просто класс, я с ним подружился. И есть еще Даня, он тоже очень классный, но у него сломался планшет. Я сожалею, конечно, но надеюсь, планшет ты, чувак, починишь. И я тебя жду, опять же, на сервере, и все вместе мы будем снимать сходку. Да. Друзья, ну сходку я где-то устраиваю в обед, потому что это очень классное время, которое мне нравится. Но я скажу, что сразу скажу, что сходок во время учебы, возможно, не будет. В 9 классе, конечно, все сложно. Те, кто уже были в 9 классе, поймут, о чем говорю. Там уже посложнее, и там уже начинаются экзамены. Ну вот зачем ты бьешь всех? Ну скажи. Ну ты достал, честно, скрипер. Как там, крипер-робот или как его зовут, ну он застал. Ну ладно, друзья, наверное, на этом закончим. Сходка будет продолжаться. Ну что ж.